Доброе утро. Мне уже репетитор скидывает все, что было на Дальнем Востоке. Дай бог, чтобы так же было. Все, у меня нервы, девочки. Чтобы вы знали, кто меня провожает. Кошка. Мне достанется легкий вариант. Бим-бим-бим. Что ты скажи, делается? Может, ты вместо меня химию напишешь? Формула 1 просто. Что за зловещая школа? Сейчас я отойду подальше, буду реветь, потому что я не могу уже. Просто жесть какая-то, ребят. Просто. Честно, я даже не знаю, есть ли смысл снимать. Уже потому что выгляжу я, конечно, не очень. Прошу простить, я тут наревелась. Давайте расскажу что-нибудь вам. Сразу скажу, что как я вышла из школы, в которой писала, сразу заревела. Абсолютно сразу написала маме. Она на обед шла домой, поэтому забрала меня, привезла домой. Я тут прям истерила. Как я ревела, знаете, вот когда вот сильно очень переживаешь, я не знаю, у всех ли так. Ты очень сильно трясешься, то есть ты прям так вот прям. Вот у меня так было. Я уже вроде как более-менее успокоилась. Выпила много таблеток афобазола. Вроде нормально. Что я хочу рассказать? Я теперь уже не знаю, трудный ли был экзамен, но когда я сидела там, мне показалось, что он очень трудный. Что я хочу еще сказать? Прошло еще время, прошел где-то час. Я зашла в ТикТок, просто листала, как пыталась успокоиться, не думать о ЕГЭ. Мне попалось 3 видео про ЕГЭ, про химию, да? 3 видео за 30 минут. Там буквально сейчас все будут говорить о химии, походу. Что вы думаете? Все говорят, что очень трудный экзамен. Понимаете, я подумала, что реально у страха глаза велики, это чисто у меня нервы. Не нервы это все-таки. Это реально трудный был вариант. Прикол в том, что была трудная органика. Реально была трудная органика в плане вот этот 33 номер. Там было очень много пропусков. Циклопропан, Х1, Х2. Одно какое-то написали, там не помню, один бром, что-то амина там какой-то, не помню уже. Потом стрелочка опять, Х3, Х4 и так далее. То есть ты должна сама придумать, что между этими. Это очень трудно, когда так. Вот думаю, что вам трудно, что ли, написать над стрелочкой, что еще? Какое вещество добавить? Потому что я очень долго над этим думаю. Я ненавижу, когда такие задания. И очень много в тестовой части было вот веществ, которые написаны типа тривиальными названиями. Ну как, они, короче, нестандартно написаны. Я такая думаю, блин, а что это за вещество? Так вот, девочка в ТикТоке, я не буду прикреплять ее, потому что, блин, может быть, она не хочет, чтобы ей это делали. Но она сказала то, что действительно очень трудная органика и много названий, которые, говорит, я впервые слышу. Я не впервые слышу. Не, кстати, некоторые я реально впервые слышала. Одно я вообще не помню, потому что я его когда-то там услышала, но оно настолько редко встречается, что... Никто не мог подумать, что она встретится еще раз, типа, да? Знаете, что трудно? Номер 30. ОВР. Он трудный был. Обычно ОВР я составляю за минуты 3. Полностью делаю ОВР 3 минуты. Сейчас я возвращалась к этому номеру раза 4. И я написала прямо уже под конец...
Я не знаю, правильно или нет. Я посмотрела в интернете, вроде что неправильно, но я не знаю, мало ли судьба, может там правильно, не знаю, вообще не могу сказать. Что меня смутило в ОВР? То, что там было написано, образовался зеленый раствор, а осадка нету. Очень много там было веществ, из которых можно было сделать осадок. Во-первых, я не помнила вещество, которое вот окрашивает зеленый цвет. Сейчас я думаю, может, марганец, с которым я составила, ну, типа, уже все равно. Уже все равно все сдала. Я как бы понимала, что, по сути, должен быть хром. Потому что у хрома там степень окисления плюс 3 вроде. Там, типа, вот зеленое все. Но хрома там вообще даже не было в перечне. Сидела я абсолютно все время. На самом деле, я бы еще посидела. Потому что я 34-ю, можно сказать, не начала. Я написала уравнение. И сдала. Там уже, типа, сказали отложить ручки. Экзамен закончен. Когда он говорил, я вообще не могу связывать мысли почему-то сейчас вообще никак. И, господи, я написала. Увеличивается, это значит от меньшего к большему. Что вы думаете, как написала я? Наоборот. Я просто неправильно определила. Я думала, радиус по периоду вот так вот увеличивается, а он, наоборот, вот так вот увеличивается. Я могла это вспомнить. Причем, что мы перед входом в аудиторию это повторяли с ребятами. Я могла это вспомнить. Но у меня было очень мало времени. Мне нужно было уже все ответы переписывать в бланк, иначе я вообще не успела. Это просто пустые поля бы были. Я написала так уже, оставила, типа... Другие вроде номера, я сейчас пришла домой, что-то загуглила. Вроде как какие-то там вот 5-й, еще какой-то гуглила, 14-й вроде. Ну вот они вроде совпали. 8-й был трудноватый. 35-ю сделала. Не уверена в самом веществе, но хотя бы простейшую формулу я составила. Как бы не уверена в веществе. Ну, вроде как правильное. Оно совпадает по этим. По формуле совпадает. Все, короче, ребята, у меня все. Мне через 3 дня писать русский. Мне нужно сегодня вот прям успокоиться. Ну, как бы, понимаете, это лучше, чем прийти спокойно и сказать, что это простой экзамен. Потому что обычно, когда я говорю, что он простой, у меня обычно 2-3 по контрольному. Вот когда я говорю, что контрольная была простая, у меня обычно 2 или 3. А когда я говорю, что она суперсложная, у меня 5-4. Дай бог, чтобы так же сработало с вот этой вот штукой. Ребят, ну, химия — это, правда, тяжелый предмет, что я, собственно, тут это... Говорю, я сама его выбрала. Если что, в следующем году буду сдавать. Но только еще биологию, наверное, возьму. Это я так шучу, господи. Должно все быть нормально. И знаете, я вот прям ходила. Мне попадется простой вариант. Понимаете, некоторые задания, может быть, были простые. Хотя я сейчас думаю, ну действительно, они же не могут все задачки сделать нерешаемыми. Типа мы в суд пойдем вообще-то. Вообще-то да. Разложения нитратов вообще не было. Я их, ребят, вот учила. Все исключения, дополнения. Я сейчас смотрю сюда, потому что у меня тут шкаф. А на шкафу у меня все вот эти вот типа шпаргалки. Ну, это эти вот таблички, памятки. Я всегда, когда делаю домашку, что-то смотрю, поучу. Это у меня схема разложения нитратов. Я их столько учила, столько повторяла. Все вот эти вот... Даже взаимодействие воды с металлами, что тут еще вот, с кислородом. Этого не было. Еще одно. Всегда ЕГЭ очень много либо железа, либо хрома. Что вы думаете? Нет. Не было у нас такого. Чего еще много было? Сплавление, там вот это вот все. Ну как бы, вроде-то легко... Ну, когда ты сидишь на экзамене. Просто жесть. Еще у нас было очень холодно в аудитории. Была щелка. Но, когда выходишь в коридор, там везде окна открыты. Открыты они, типа, вот прям насквозь. Полностью в плане. Ну, теперь горло болит опять.
Надо сейчас эту взять грамидин какой-нибудь. У меня просто и до этого горло болело, но неважно. Я попросила закрыть. Они в итоге вот в коридоре какие-то закрыли, какие-то нет. Сказали, что мы не можем закрыть, потому что нужно проветривание, вот это вот все. Думаю, какое проветривание? А я сидела, понимаете, вот мне даже... Я плюс нервничаю, плюс я была уже голодной, потому что мы встречались у школы в 8, 8:20, 8, вот кто как. До этого я съела одну булку просто утром, и все, и пошла. Мы в школе уже начали, все, пришли. Но начали мы писать не в 10, в 10:20. Плюс очень холодно. И я уже нервничала, вот у меня прям, я писала что-то, и у меня прям, я вижу, руки трясутся. Я не знаю, что будет. Я надеюсь, что все будет нормально. Самое обидное, это то, что я весь год усердно занималась. А многие девочки, не скрывая, не только девочки, просто не скрывая, говорят о том, что вот я вчера с вечеринки в 12 пришел. Ты такой думаешь, я специально там в 10 пораньше легла там. А, до этого все учила. Они даже не учили. И они в открытую говорят, что ой, ну с Божьей помощью сдадим. И знаете, вот обычно таких людей все нормально в жизни. Я, которая даже с подругой лучше. Лерочка, привет. Да, я даже с ней не погуляла за год ни разу. Типа в сентябре один раз. А эти тусят каждую субботу-воскресенье. Забыла самое обидное сказать, что на Дальнем Востоке было намного легче, чем у нас. Я не знаю, понимаете, это для каждого свое. Вот для меня, есть, я очень хочу теперь жить на Дальнем Востоке. Вот для меня их вторая часть была гораздо легче. Вообще. Расплюнуть просто. У нас была труднее вторая часть. Вот то, что у них было, у них, как обычно, вот эти ацетат, там, чего-то там ацетат, у них была какая-то кислая соль. И я как раз это просто с репетитором на последнем занятии обсуждала. Как бы для меня их вторая часть была гораздо легче. Причем, понимаете, в чем суть? Я уже посмотрела видео, очень у многих детей реально попалось просто не вариант, а жопа. Я знаю, что у некоторых был легкий вариант. Ну, по крайней мере, по рассказам. Не из моей школы, я со своим пока не общалась. Пока не знаю. Вот. Но меня больше поражают те дети, которые на Дальнем Востоке. И сейчас они в ТикТоке рассказывают, что, господи, ну, такое вообще легкое ЕГЭ было. Я не понимаю, что в других видео рассказывают, что все трудно. Типа, походу, они реально не учили. Это вам просто повезло, фартануло. И они еще жалуются на то, что у них было сложновато. 31-е, да 31-е легкое было. Вот это больше всего звучит. Еще раз повторюсь, я сейчас не только свое мнение озвучиваю, поскольку мне попалось, ну, штук 10 уже видео про ЕГЭ, химию 2021. И все говорят, что часть вторая, она просто мясорубка. Все уже надеются хотя бы больше 50 баллов. Если кому-то попалось очень легкое, вам реально крупно повезло. Мне не попалось легкое. Не попалось. Это я еще вроде как нормально, я считаю, что я более-менее нормально справилась. Я потом уже под конец начала еще раз проверять, нашла свои же ошибки. Я сейчас их проверила, это реально были ошибки, я их нашла. Кое-как, ребят, это реально трудное ЕГЭ было. И типа как в комментариях пишут, ой, да вы не видели наши ЕГЭ в 2020 году. Ребят, я тоже верю, что у вас в 2020 году оно было трудное. Но и у нас не легче. Легче только вот у реально Дальнего Востока было легче, да. Ну, могу поздравить. Будут стубальники только на Дальнем Востоке. Все. Короче, все, я больше не могу об этом. Вот так вот я сдала химию. Напомню, что писала я 31 мая. Результаты придут 17 июня. Возможно, я сниму потом отдельное видео. Типа реакция на результаты ЕГЭ. Или как я подготавливалась к ЕГЭ. Это будет интересно. Ждите следующих видосов. Навряд ли я буду снимать
Типа, вот я пришла с экзамена по русскому языку, хотя, может быть, я и сниму, как настроение будет. Все, я пошла успокаиваться, а потом уже начинать готовиться к русскому. Впервые за год. Шучу. Все, пока. We'll be right back.